Так, нет, не надо. Чья касса была? Девушки, а можно директора вышел позвать? Да, я спросил директора. Да. Ну, в зеленой кофте, который ходит. Свет. Что у вас случилось? Просрочка. Two hours later. Вы звали меня? Да. Что вы хотите? Пойдемте покажу. Так, смотрите, это все просрочка. И это тоже, потому что тут неизвестно, когда оно сделано. Чеки. Быстрее бы шли, торта бы не было. Может быть, когда позовете. Ну не знаю. Я что, за вами просрочку что ли искать буду? А у вас ничего не просит? Да. Второй раз. Может, хотите помочь нам? Ну, может быть, хочу, да. Поиски просрочки, пожалуйста, я не против. Ну, обычно со второго раза на третий в магазинах еще ничего не нахожу. Надеюсь, что третий раз я у вас ничего не найду. Так, а 262 это за что? Пепси тоже просроченный? Нет. Нет? Жаль. Возьмите как подарок, не надо. Ну как, мне тоже другого не надо. Я не буду 10 лет перед вами стоять. Ну, как хотите. Возьмите. Здорово. Другой раз приходите пораньше. Сейчас просто, знаете, времени нет абсолютно. Ну, надеюсь, в другой раз такого повода не будет с вами пообщаться. Ну, если вы за этим ходите, то у вас... Нет, я за этим не ходил. Подойду. Просрочку не нужно? Или вы его возьмете с собой? Ну, вы мне еще чеки отдадите. Зачем я вам чеки там дам? Ну, мне мои чеки отдадите, чек возврата. Просрок сюда положите. Хорошо. Чем еще мне полагается? Хотите, идите, возьмите себе такую, что вам, если вы считаете, что вам полагается. И что-нибудь еще? А мне ничего не полагается? Ну, извинения там нет, что там? Я мог отравиться, нет? Ничего не полагается? Вы же целое направление это сделали. Я понял, извинения не полагаются. Хорошо. Вот так вот. В этой пятерочке у нас на Вишняковской улице. Адрес не помню. Вот тут адрес, я даже посмотрю. Посмотрю даже адрес. Где мы находимся? У нас Вишняковская 39А. Ну, так с хамством. Покидала чеки, вернула деньги. И все, извинений нету. Я же специально это делаю, да, действительно. Чтобы никто не отравился. Здесь третьего раза это не будет.